у нас есть замечательный пример отцов и детей. У нас в жюри два члена жюри с одной и той же фамилией. Это не случайно. Михаил за год и Евгений за год. Чтобы всем было понятно, что это не однофамильцы и не братья. Не случайно. Я скажу так, что это, конечно, Михаил – это папа, а Женя – это его сынуля. Нам приятно, что и Михаил, и Евгений в нашем составе нашего жюри, тем более, что у них есть тоже замечательный дуэт, который мне очень нравится, я эту песню очень люблю. Получилось так, что Михаил написал слова, Евгений написал музыку, и песня эта получилась между отцами и сыновьями. Попросим их исполнить эту композицию. Ну, вроде бы Саша все сказал. То, что мы обычно с Женей говорим перед этой песней, когда мы собираемся на одной сцене с ним, мы эту песню всегда поем. Мне мой отец хотел о многом рассказать, и опытом своим хотел он поделиться. Мои ошибки ты не должен повторять, есть правила игры, их надо соблюдать, но мне во всем хотелось лично убедиться. Отца в свой тайный мир я редко допускал, его предпочитал держать на расстоянии, а он ко мне ключи с улыбкой подбирал и никогда ни в чем меня не упрекал. Артерия течет бессонная река. Ничего не изменить и не высказать
его прости. Час наступит, сына отпусти, все равно не переходит любви между отцами и сыновьями. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие. Ты счастлив, спасибо.